С вами опять Матвей. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Я буду в нем выживать. Заспаунило меня где-то на дереве. Чё, издеваетесь-то? Где спущусь? Ай. Ну вот. Вот, передавите. Давайте подкину. И нам обязательно нужно найти деревню жителей. Вот. Три весины у нас есть. Давайте еще немножечко. Это дерево срубим и все. Так. Давайте. Ага. Вверх копаем. Ого. Так. Моя задача видосе найти деревню жителей. Ну хотя я не знаю, где она. Мне еще нужно найти лошадь или осла. Так, только я ничего. Ой, не нашел. Не, пока я еще не пойду в шахту. Блин, дай выбраться. Все. Что это тут лежит? А, давайте добудем еды. Блин, где ты, свинья? На. Сюда подошла. Как бросать? На. Я нажал. Блин, да я свинью убью. Да ты такая живучая. Мясо, ого. Сырая свинина. Нормально. Пойдемте в ту сторону, поищем. Все идет у меня. Так, блин. Идем. Угу. Идем. Так, мы приближаемся, как я понимаю, к пустыне. Надо полюбасу убить овечку, чтобы мы смогли спокойно спать. Сюда подошла. И сколько шерсти? Одна шерсть. Вы издеваетесь? Мне еще придется. Простите, овечки, но это ради выживания. Да. Ну, две шерсти у нас уже есть. Пойдемте-ка туда. Поискупаемся. Так. Не знаю, что на песке может трава растись. Ой, маленькая овечка. Ура, деревня жителей! Я так и знала, что она там будет. Ой, сено, мы можем поесть. Ура! Облутаем сундучки. Ей! Я впервые вижу, что тут может у них причал быть. Так, заходим. Здесь кроватка. А почему бы и не спилить кровать? Желтую. Нормально будет. Или какую-нибудь другую поищем. Вы что, помешаны на желтой кровати, что ли? Ай, блин. Ого, какой красивый дом. А, да. О, железо. О, блин, железо. Что у нас в сундуке? Ох. Да.
Изумруды уже нашли. Ну, как бы я уже... Изумруды нашел. Пойдемте еще полутаемся. Вы как так сделали дорогу, чтобы... Да. Вот и было грязи. Ага, понял. Дом пустой, бомжара. Жители! Ого, сколько у вас тут свиней и коров мулок. Что это такое? А это что? Я такого не знаю. Картошка! Нет, я не буду тебя кормить. Тогда и покормлю. Жри землю. Не пусти грядки. Так. Домов-то, а? Полутаем все. Что на меня зыришь? По домам беги. Так кто богатый выглядит? Да бомжара. Снова. Дайте мне сундук. Еще один сундук. Простите, я не хотел вам помешать. Угу. Да. Хотите ребенка родить? Пойдем. Я сказала. Мне вот надо какое-нибудь седло, чтобы... И ты тоже тут. Сам с собой. О, надо вон тот дом зайти будет. Будет он богатый. Опа, я бантан. Везет мне. Блок. Давайте. Я не знаю, конечно, зачем они нам. Я вообще не знаю. Это кто мутал? Да, это я помутал. Или фьюрится фанта. Вот в этом доме должна быть какая-нибудь штука хорошая. Если он двухэтажный. Чё за рос у вас? А, он заброшенный. Нифига. Спальная. Ага. Четырёхспальная. Ура, сундук. Что в этом сундучке? Хлебушек и картофель. И саженец дуба. Нам подойдет он. Пойдем. Хоть желтую кровать добудем. Интересно. Ох, еще картошка. Да я богат. Картошкой. У меня почти полный стак картошки. Да я вообще готовился. Свекла. И рисуется панцирь. Так, пойдем спим в этом домике.
А вы мне место оставили? Так, ну-ка. Какой маленький я. Что? Я на него. Он такой быстрый. Тебе нужна картошка. Сено надо коровам давать. Вот картошку им. У меня картошка. Дай, стой. Так. Мне скрафтить. О. Побольше досок желательно. Вот. Один верстак мне нужен. И что? Давай. Что у нас можно скрафтить? Так, скрафтим давайте-ка. Не знаю даже. Деревянные нужны палки. Палки я могу скрафтить. Да. Давай скрафтим меч. И все. Из булыжника. Я могу из булыжника сделать меч. Там же вон тот дом. А, я еще не проверил там. Куда подняться? Да я еще туда схожу. У них тоже садоводство. Куда я не ходил еще? Так, тут ничего не было. Куда это куда-то ведет? А, она нас ведет никуда. Жители. Это моя морковка. Ты говнюк. Он всю мою морковь забрал. Пшеница! Моя пшеница. Морковка. Эй. Ох ты ж. Господи. О! Штука эта. Погибли. Тут ничего нету. Сей, Макарелла. Король мира. Опа! Испугались. Под этим видео, пожалуйста, поставьте лайкосик и подпишитесь на канал. Ой, извини, житель, я не хотел. Хотел дверь закрыть. Ну, в общем, мы сделали свое задание. Мы с вами, пацаны, прощаемся. И следующее видео я сниму. Я буду строить свой дом. А всем удачи и пока!